А тебе с любовниками. Блин, хватит ронять сервер. Это Будда. Типа, если они пишут, что они криво залили, они не могут время найти и нормально залить, что ли? Каждый рестарт по 20 минут ребута, это весело. Так они, типа, хотели сделать ребут, залить, а теперь, видимо, игру просто крашат. Поэтому они пишут, что неправильно залили. Есть же смысл, когда в Москве ночь, типа, залить и все обнову по новой. Ну, как бы в Москве ночь, а есть еще ДВшники. Ну, ДВшников бы, вот... по онлайну, типа, не столько. Они не пострадают. Если они будут вот сейчас заливать, они будут больше возмущений, чем по ДВ. Может быть. Не может быть. Там 1000 человек играет, наверное. А, может, они тестят обнову на большое количество людей. Тоже как... вероятно, да. Что они тестят? Ребут 20 минут, какие тесты могут быть? Если ты в априори в пик онлайна что-то тестишь, ты баран, значит, по-моему. Вообще, по-любому. Ну, не надо всегда соглашаться, тогда все нормально будет. Ты считаешь, что это логично, тестить в пик онлайна? Да, конечно, нелогично. Вообще, по-любому. Нубы, админы. Они еще не скиллованные, не понимают никто, что как. Нет, надо. Если это не спланированная какая-то фигня, то еще базар. Мне кажется, они вообще недалекие. Они спланировали неправильно. Алло. Алло. Почему ты, кстати, Войт говоришь, что со мной надо соглашаться? Ты мне доведи так, чтобы я понял, что я не прав. Нет, типа, ты когда что-то говоришь, ты не надо прав, соглашаться. Да. Чтобы дальнейших не было доказательств. Что, ну, типа, ты говоришь? Когда я что-то спрашиваешь, я наоборот пытаюсь что-то выяснить. Может, в чем-то я не прав. И чтобы как бы в диалоге вот, понять. Ты чтобы не прав. Диалоги самое ключевое. Самое ключевое, что в диалоге надо понимать, а не в споре. Надо понимать. Я ж не разговариваю с позиции, что я прав 100%. Разговариваешь. Вот, то, что диалог надо вести, это правильно. Чё, включить музычку? Талдарам новую. Надо Талдарам написать. Сделай ренейм. Надо просто звание, новый Талдарам. Что это за даун, блядь? Ты еще Куку Васю не видел. Поверь мне, я многих видел, блядь, похуже. Такого тебя тут не давно не было. Ты вот не видел того, про кого мы говорим. Брат, хуже меня нету, мне кажется. Не ошибаешься. Как тебе сказать, ты еще в гильде. Ударама я выкинул. Ну, братан, потому что... Ты меня знаешь хорошо, поэтому нельзя. Ты еще мал, ты еще глуп. Золотые слова. По ДВшному времени поиграешь, а за ДВ нет гильдии. Там иди 150... спать уже, блять, у тебя уж там на 5 утра. 150 траев на 3 сделал, и один и тот же человек будет умирать на притяжке. Один и тот же, блять, 150 кг. И тогда ты поймешь, блять, что такое, блять. Ну надо, наверное, после 5 утра менять 100 человек, блять. А когда не на кого поменять, понимаешь? Бля, кикни, ебать, 24. Как там, как в курсе мультики, там, возьмите лучших из худших, там, в курсе такое? Ты, бля, в курсе, что у тебя уж там 7 утра, блядь, и спать пора? У меня плюс 7 с Москвой, посчитай, сколько у меня. Ну, 3, ладно. Детское время еще. Сегодня, если даст бог, добьем око. Добьем. Да вот мне что-то кажется. Око добьем, и, видимо, на этом все. А может быть. Чё, если ковать с гевкой будет завтра, надо будет Алары с роботом хряпнуть. ЛКГ. Ковать будет точно.
Вот Гевка, я не уверен. Ну, я вместо Гевки пойду. Сейчас я посмотрю, он мне писал насчет своего графика. Есть, Ванилька, делать то, что делает Гевка в ОКХМ, я тебе не разрешу просто. А что он делает? Что хотел спросить, пока не забыл, вы, Вага, ты на роботе сорвал вместе с Рогой, что ли? О, не на роботе, блядь, на гидро. Чего? Ну, агро сорвал. Почему вас Гидрос убил вместе с Рогой? Да мобы, наверное, были. Нет, убил босс, но как-то странно. Было 80% трита, а потом просто так развернулся и ударил. Сегодня он в день, завтра он в ночь работает. Ну все, отмена. Ну, значит, блядь, суббота тогда. Значит, идем в ЦЛКХМ. Четверг, пятница, суббота получается у него в ночь. Ну, если потому, как он мне сказал по графику. То есть он в воскресенье будет, да? Ну, получается, да. Где он трудится, что у него такое, то день, то ночь? Нам теперь кого-то узнать в воскресенье. Блядь, значит... Завтра что, пятница? Завтра, значит, ЗС-ка. Подожди, завтра он будет, нет? Четверг, пятница, ты говорил. И суббота, да? Че тишина такая, а? Подожди, а когда писали, что сервер упал, где сообщение этого? Сколько его написали? А вот в 2 часа у меня было, да, или в Дискорде какое время показывать? Чё тут не встал сервак до сих пор? Алло. Пошло. Да, Вага, мне кажется, надо это заканчивать, серьезно. Заканчивать будем в 22:00. Ой-ой-ой, Штормсингер. Бля, почему ты с Жоков ушел? Мне интересно. Друзья переманили. Можно я за него отвечу? Какие? А ты что, мазу тянешь за него, да? Нет. А? Просто ну, это правда. Вага аж вылетел. Я спрашиваю, почему ты с Жоков ушел? Ты что, попроще спросить? Блять, по-моему, проще некуда. Спроси, например, почему я с циркуля ушел. Да это меня не интересует. А зря. Причины же. По-любому есть причины какие-то, когда ты уходишь с гильдии. Нет, это не гильдия, это сервер, циркуль. Откуда бы не уходил, у тебя какая-то причина есть, это ж логично. Ну да, все правильно. Чё там тыкают у кого-то, блядь? А вот опять. Ну, ты ответишь, нет? Сука. А тебе не всё равно, почему? Ну нет, мне интересно. Какой, зачем тебе? Вообще, зачем тебе? Зачем? Ну, потому что я там был, и мне интересно. А ты почему ушел? Потому что гильдия распалась. Заходит на X2. Ура! О, соляра убита.
Да что ты да. Печатаешь уже? Ну, Шторм Сингер. Стоп. Ты ответишь, нет. Еще раз, что? Почему ты ушел с Джоков? Да там причин было много, на самом деле. Ну, хотя бы несколько назови. Хоть одну? Несколько, я сказал. Несколько. Были люди, которые немножко неадекватны были в так, это... Я имею в виду Аюна, например. То есть так. Он не следил за языком, когда он там напьется или накурится. Вот ужас какой-то, я бы так вообще там никогда не играл. Просто неадекватен. Ну, вообще. Так, ладно, дальше. Потом, например, ситуация с тем, что отношение самого ГМа к своей гильдии. Ну то там есть... же всяко водил все время. Ни при чем здесь всяко. Всяко как раз, всяко молодец. Всяко. Ну да, согласен. Во всех случаях он молодец. Сам как бы хома, он, ну, типа, ну, на таком профиге, типа, на гильдию, ну, насрать. Он просто, на все. Ну, прекратил то играть и все. Когда я ему объяснил ситуацию по поводу осколков, он говорит, да пофиг, типа, на гильдрейды. Иди, типа, в пугарейды, типа, собирай осколки. Типа, то есть я должен насрать на РТ и ходить, типа, в Пугарейд и собирать. Понимаешь логика человека ГМ-дильди? Ну, для меня это было тоже непонятно. Вот, что еще? Еще мне не понравилась ситуация с ОКХМ. То, что они траили? То, что, ну да, типа, мы ходили, траили. Потом, типа, на победный трай они просто, типа, ну, взяли другого человека. Я такой, ну, неплохо. А потом просто перестали травить. Типа, ну потому что там кто-то что-то не хочет, там кто-то что-то не видит, кто-то еще что-то. То есть. Вот. А так, в принципе, ну. Были еще какие-то мелочи, я уже сейчас тебе точно не скажу. Я уже сейчас не помню. Это уже такое. Понял. Как бы это большая часть нюансов, которых просто, ну, было очень непонятно. Почему так? Зачем держали этих, вот этого, я же говорю, Аюна зачем держали? Зачем вообще многих держали, которые даже, типа, вот еще момент, когда, помнишь, ты был в этом рейде, когда на плечах АМ отдали коня этому ханту, и Киви, типа, всех послал просто. Ну я что-то помню, да, такое. Прямым текстом. Если вот, ну, это понимаешь. Тоже, как бы, не очень нормально. Тебя брали на трое ОКХМ, а как стали убивать, перестали брать тебя, что ли? Нет, они просто именно на килл. Просто потому, что пришла девочка, и как бы взяли девочку, и все. Ну я понял. Без вариантов. Ну, типа. Заходите, всех запускают, вроде нормально. Боже, вот. Блядь, Далоран полный. И вот этот вот, понимаешь, пофигизм, что я же говорю, Киви послал всех нахер, ну, грубо, это как бы мягко говоря. И никто ничего ему за это не сделал, типа, ну, потому что он так захотел. Ливнул с трейда. Он ушел вслед, ну, после тебя. Я понимаю. Тоже, типа. Но как бы это ненормальная ситуация. Я понимаю, что многим как бы насрать, пофиг, типа, ну, окей. Потому что уже многим от этой игры нечего взять, неинтересно уже. Ну так, зачем срываться на людях? Чё не интересно, чё ты достиг-то в этой игре? 22к DPS. Блять, у тебя достижение заключается в том, что ты достиг в игре, блять? Да, мне тебя очень жаль, блять, на самом деле. Да чего ты играешь, слушай, расскажи мне тогда. Я? Да. Ну, просто удовольствие получаю. Кто-то по-разному удовольствие получает, кто-то от ДПС получает удовольствие. Ну это его дело, пожалуйста, мне как до пизды, знаешь.
Да все просто кайфуют на самом деле. Вы в одной кастрюле ваетесь, просто ты там от чего-то другого балдеешь, а он от другого. Кирса ловит, да. Нет, он говорит о каких-либо достижениях. Я горжусь. Там о ДПС или еще что-то. Вообще, любая ММО игра построена на том, чтобы быть лучше друг в чем-то. Любая, абсолютно. Не знаю. Для кого как. Блять, я тебе вообще говорю строение ММО игры. Вот ты смотрел Форсаж в Раска? Знаешь, там такой негр был, который всех забалтал. Вот ты такой, короче, челик. Не прав тебе, блядь? Морской негр. Я к тому, что как тот персонаж. Сервер опять упал? Нет, нет. В Warcraft это не так выражено, как в других ММО. Суть-то одна, доминировать на другом. Шторм закончил. А я только что был в игре, меня выкинул, да? Ну не знаю, мне, например, плевать, если там кто-то дает 30к, а я 20, блять, вообще до пизды. Ну то тебе наплевать до той степени, пока тебя не заменит, а челика, который больше тебя отдает. Причем здесь заменит, не заменит. Да успокойтесь, блядь, не та тема. Лучше скажите, почему Сентей не заходит, кто там на замене есть? Он в магазин ушел. А, давай, может, замену активируем какую-нибудь. Ну, в Габон пускай решает. Что с Монаротом? Джокера, может, вейт? Тулюмора? А, Квага? Да он в другой конфе тоже. Так что ваниль причин много на самом деле, это еще не все. Да я тебя это... понял на самом деле, я прекрасно тебя понимаю. В принципе, все это и закончилось потом. Я тут. Ну, гильдия распалась, все. Все к этому шло, так сказать. А Делс куда пошел? Ой, он вроде там оставался, но не знаю, мне кажется, он рефрактнется за Альянс. Потому что многие ушли туда. Кто? Да. Далеон? Странно только ДВшникам за Альянс вообще ловить нечего. Где Сантей? Магазин. Че, Вара берем? Четыре бьем, заходим в комнату. Ваниль, еще, кстати, одна причина такая. Мне очень много было слухов про пианист. И мне было просто интересно побыть с ним в рейде, услышать. Так ли это или нет, и вообще, что за человек. Ну-ка, а что за слухи пока? А, типа потом уже есть рыбу, сейчас два босса играют. Не копай себе могилу. Хорошо, и что ты побыл с ним в рейде, что скажешь? Ну, вполне нормальный. Вполне нормальный человек. Нет, ну, просто того, что наговаривали... Слишком мало побыл. Ну, что, например, наговаривали, ты расскажи, мы тебе скажем. Раска, сейчас был, да? Успокаивайтесь. Я не хочу, у меня сложилось свое мнение, и оно постоянно... Понимаю, готовность. Будет сопрот, пить не пить. Каску... А ты кто? Мах. Каску по шаманам дайте, пожалуйста. Не знаю. Ваниль, каску по шаману дай, пожалуйста. Сейчас дам. Кирс, Бибо. Все готовы, а чё делать? Лутера там поставишь?
Ну, они конкретно багаются, был киллер, я не знал. Ну, это тайфун на панели, надеюсь. Метка в рейде. Женой стоит. Отойдите от черепа. Ну. Черепок. Все вижу. Сейчас опять серф пойдет. Так, флутов.
Старкис, это просто вялый вихрь. Не, кстати, мутиков бафали, кого-нибудь плохо. Мутиков, да, бафали. Ну, а типа, если он про сейчас имеет в виду, там просто, может, стрим у кого-то подрублен. Просто вялый вихрь на 4 ляма. Пошли на треш. Да на тебя, наверное, перышко какое-нибудь кинуло. Не сейчас. Слишком далеко. Там патруль идет. Спускайтесь. Одного центриона отодвину. Танки, ну что ты делаете? Ну, зачем 5 мобов, 6 агрить? Вы чё? Ой,
где? Который там? Вы хоть разводите. Пирс. Байер сети твой на грудь. А, Хантовский, да? Павловский. Да, в сети. Пусть заходит, моего не будет, он не в сети уже. Окей. А что там, Вага не будет брать, да? Данюша, ты тут? Да. Спустись ниже каналом. Так, я тут. О, слушай, а мой зашел. Долорес тут? Да. Ну, с Кирсом там поделите как. Кирс, mm-hmm. У тебя на грудах шаман? Да. Я ему уже написал, что у нас честно освободился. Ну и хорошо, ладно. Виталий пишет. А, это именно Виталий. Да. Мусафакер, это именно Виталий, а не пианист. Ну, сейчас в данном. Нет, просто он долго ходил. Именно вот хозяин этого персонажа сейчас зашел. Привет. Здорово, Даун. Ой, это там пиздюк говорит, что ли? Ваниэль, да, прикинь. Заблудший сын вернулся. Ну что, 2 ДК в танках? 2 слота вагона, да. Ё-моё. Кто там у нас? А, точно, я сам на ханта иду, я забыл. Я не уступлю, вдруг Маун попадет. А ты что-то вага на ханта хотел? Грудак, да. Маунт. Опа. Фу, блин. У меня Байер сидит на него. Он же не падает в обычке. В Гере падает только. Нет, Маунт падает везде.
Маунт при мне в джоках два раза падал. Вы мне говорите, что он не падает в хэмпе. Ну, при мне, говорю. Маунт анрол тогда. Почему? Ну, потому что... Если я не ошибаюсь, маунт падал джоком аж 3 кд чуть ли не падал. Да, но при мне он падал два раза. Ваг, а мне... Чтоб кольцо получить, что мне надо забрать? Кольцо, это шея. Зеленеющая сфера квестайтинг. Ой, блядь, шея, да. Кто там так заходит? Видимо, один байер. Второй байер. А, шамана, да, короче, закидываю тогда? Смотри, потому что если твой откажется, я своего заведу. Мой зашел онлайн. Шаман что, за грудаком, как понимаю, да? Да. Делорус или вы там как поделили, не поделили? Нет, мой не нет, зашел. Делорус он не заходит. Мой сейчас выйдет спать. А я не в Дискорде была, поэтому тоже пропустила своего Байрона, шамана. Там Рэлла перекинула. А что там Байер у тебя? Это кто? ДД, хил? А сейчас прошу. Чувак, ну, должен был Хант зайти. Я что-то даже не думал, что ты на Ханта можешь прыгнуть. Там Виталя просит, смотреть. Запусти Виталику. Так, короче говоря, из первых четырех групп кто хочет послакать? Фарада, ты только пришел, куда собрался? Так, Делорус. На замену Виталя в рейд. Портал, если не трудно, в шатры дайте. Кирс, это байер этого поставлю вместо тебя, да? Можешь и так. Чё, Вак, есть пока время отойти? Перекурить? Минуту. Только ты присумонься сначала. Да, сумонься, ловите. Самая быстрая рука на диком западе, ебать. Да кто? Это из старичков все. Из офицеров, грубо говоря. Да, даже. Это старое пернатое чудовище. Из офицеров даже. Вот даже Ванилька знает. Даже Ванилька. Я скажу, кто это. Это тот, кто не познал силу протовара. По-любому. Кто он познал? Осквернение! Да, Кирс, ну ты там ему про цену сказал. Там, мне это все в трейд даст просто и все. Короче, на бафы пол. В танках у нас Алоэ с Блэком. На АП кричить. То есть Алоэ у нас будет на боссе, Блэк у нас будет на Феникс. Соответственно, по мобам. Алоэ, твой... этот... Сангвинар, потом девка. Блэк, твой инженер. Услышали меня? Плюс-минус чат. Красавцы. Вары, кричите на АП. Идем булить босса. Рыбку дашь? Я бы тоже поела рыбу. Есть у кого рыбу, поставьте. Спасибо. Блэккиллер, твое чисто сокрушение, Алоэ забирает все остальное. Можно РС-ку, кстати, вольнуть. Да я вот тоже, кстати, про это думал. Давайте, вам стимул будет. Зачистить. Короче, на пул повторно. ЗС-ка завтра. А чё, не пойдем в ЗС-ку? Завтра. Не успеем. Полем босса.
Ну, типа, да, мы в ЗС ходить там недолго, а несколько боссов или просто РС-ку закрыть, и все, как бы. Ну, круче будет. Как бы, да, РС-ка, но... Кого первого бить? Сейчас все увидишь. Ты тут не был, что ли? Бля, я был тут, ну и смутно помню, честно, Ваг. Ну все, не флуди. Починили. Ох, чудеса какие. Медленно ходит. Заработал нормально. Че это за рога такой-то, а? Шука. Ой, как лагает. РДД, пожалуйста, возьмите раньше, мы вас не захилим. Вы можете потягаться с моим главным инженером, Телоникусом. Она рала Белоры. Научу. Не могу ставить. Платформы все ушли. В портал Лока встали или дальше. Алло, блядь, танки, проснитесь. Тебе сказали, качай талант. В смысле, я вообще не бью. Тихо. Ты смотри, он прыгает, да мы вообще. Да он помолчи. А ты к танку подведи поближе. В тучку и танцы. Но мне не дали собрать, понимаешь? Они появились, их начали лупить сразу, и они разбежаются. Нет, талант не будет. Прекращайте. Алекс, не обращай внимания, не флудите, пожалуйста. В смысле, я не обращаю внимания, я сказал... Ребята, хватит флудить. Я же просил перед полом. Я не флужу, я говорю по делу. Вага, если агро нету, то что делать? Подходишь к танку, ждешь, пока он собрал, и все. А не стоишь где-то в единях, что ли? Там один танк должен стоять отдельно же в углу танка. Блядь, что происходит? Хватит фудить. И надо дать. Ставлю ты там. Конечно, я прав. Ага. Танк не успел собрать, лупанул, переагрил, увел, что танк не достает. Да-да. Отвара, отойдите. Надо близко к нему стоять.
Дезвезда, чё-то мелики инженера. Ну его зачем, ну? Шторм, встанешь? Уже. Женой Неликса. Элбру, дайте винер, он сухой. Я уже заливал ему. РДД, лужа. Поставил тотем. Попробуй поводить босса, сбей каст, поводи босса, чтобы под ним не стояли контроли. Да? Мага БРнуть? Нет. Яйцо. Яйцо активнее. Мелики, чего вы там добыли?
что на стене писал. Контроль сову там звездопад. Кошак без снятого оружия. Второе КД подряд. Яйцо свеч. Решал Мазфейсер, Мазфейсер Ваниэль, Денюша Хекси. Баф сразу же обновляйте, быстрее все делайте. Один остался у Моса, да? Да, должен быть. По Мусе СС тогда. А где Ваниэль валяется? Мне здесь ни хера не настроено. Слева от босс труп. Верните босса на место. Он кастует, ему надо сбить каст, чтобы он начал ходить. Ходите раньше. Твоя карта. Три. Мосса поднимешь, Фарада. Сядь, встанешь? Нет, я вставал. Ваниэль, почему на маге все еще нету каски? Красавчик.
Это вообще читер какой-то вот этот Готис. А, нет? Что там происходит? Чего у меня? Возьмите, ловите босса. Танк. Стоните босса. Мановского токена нету. Ну, чтобы Долорес ничего не потеряли, собственно. В целом меня можно резнуть. Тут в уголку валяюсь. О, скромничаешь. Фарада, иди отсюда. Скажите, а вот это место, куда Феникс падает, видно заранее? Мне что-то весь этот экран все светит, а нихера не... Падает, он появляется. Как-то поднастроить, что ли? Я уже вижу, что он упал и не успеваю отбежать. Ты просто бегай по КД. Вы убили, да, тебя? Ну. Свиток можно ролить? Все нажимайте main spec на свиток. Блин, поздно. Так, сейчас еще раз сделаю. Все жмут main spec. А вы через... ЕПГП лукмастер, что ли? Да. А Виталий нету. Лучше б ты через разрол. Кинь просто ролл. Сейчас, погоди. А, сюда. Ну там Коника. Коника, ты уже который раз, блин? Ну, ты бессовестный, ну че? Что такое, блин? Или ее по роллу можно брать, по-моему. Шея за ГП. А мейн спек там. У тебя у спека нету. Ну, ГП все правильно. Я не знаю, мне кажется, кто говорит, что у бычки падает, это мифка. Какой шанс у него падение в бычке? Какие-то, наверное, 10% или 100%. Не, ну я не знаю, типа я в Рагнарёк играл, там 0.01 шанс, ну типа это нормально, и типа много кто убивает. Вась, помнишь, что тебе штаны ждал, да? Тут как будто минус да. Один шанс. А чё, Т5, да, хрен получишь, короче, да? Ну, у тебя приоржишь, типа, сейчас нету. Да, я думаю, вы по роллу уже ходите. Да ну, ничего, нет. Давненько ты не была. Пакет.